Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и губернатор Приморского края Олег Кожемяка обсудили развитие двусторонних отношений в ходе встречи в Минске. По словам президента, Беларусь всегда готова подставить свое плечо. Все проблемы, которые складываются сегодня в экономике двух стран, преодолимы. Лукашенко отметил, что самое главное сейчас – значительно продвинуться в плане импортозамещения. Олег Кожемяка подчеркнул, что в целом ситуация в экономике Приморья развивается неплохо. Спасибо, Александр Григорьевич. Я искренне рад прибыть на белорусскую землю. И в целом ситуация у нас развивается в экономике достаточно неплохо. Это было связано с тем, что все-таки сейчас вектор поменялся на восток. И наши порты получили большую работу, большую нагрузку. И в том числе, вот сейчас перед отправкой мы прям несколько десятков контейнеров отправили с наших портов для белорусских производителей автомобилей «Джили». Вот, то есть это идет через Владивосток. Конечно, есть некоторые вопросы, связанные с импортозамещением. Вот, но, тем не менее, мы их тоже решаем. Растет у нас и товарооборот между Республикой Беларусь и Приморским краем. Он за 3 года вырос в 3,5 раза. И сейчас вот за 2021 год составил 4,5 миллиарда рублей. Сейчас 2022 год мы уже отчетливо видим, что это будет 6 миллиардов. Хорошо пошли продукты питания белорусские. Ну и в этом году у нас уже за 10 месяцев мы где-то порядка 109 единиц техники, в том числе 21 БелАЗ 130-тонный поставлен. И, конечно, мы сейчас вместе работаем с предприятием белорусским по созданию сервисного центра продажного. Такие встречи приняли регулярный характер. Во время нового визита Олег Кожемяка также возложил венок к монументу Победы в Республике Беларусь, подчеркнув, что наши страны имеют общую историю, общих героев и общую память. Напомним, ранее Александр Лукашенко назвал приморского губернатора большим другом.